В Колпашеве в новогодние праздники изменился тоннаж на грузовой полосе ледовой переправы через реку Обь. В настоящее время по сезонной автодороге могут проезжать большие грузы общей массой до 25 тонн. Напомню, на верхней и средней полосах ледовой переправы через Обь в районе городской пристани установлен знак, разрешающий движение автомобилей, общая масса которых не превышает 7 тонн. На ледовой дороге через реку Кеть и протоку Северская на автозимнике Тогур-Север, Дальняя Куржина-Копыловка установлен знак, разрешающий движение автомобилей массой до 20 тонн. Грузоподъемность ледовой переправы в районе микрорайона Рейд составляет не более 15 тонн. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций водителей настоятельно просят соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. Также специалисты напоминают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ нельзя. Добавим актуальную информацию о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности размещена на сайте Томск Автодора.